Внимание! Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы отгадываем с вами буковку. Какую буковку мы сегодня отгадываем? Вот эту буковку висит со мной. Она не со мной, а за мной. Сегодня вы, как обычно, звоните на наш простой, обычный номер, который вы, наверное, уже все запомнили от начала и до конца, но я еще раз продиктую вам его. Это простейший номер 899-953-4471-02369. Сегодня звоните на этот номер, звоните, берите ваши трубочки в руки, не бойтесь ничего, звоните и отгадывайте нашу буковку. Сегодня мы разыгрываем беспредельно очень огромную сумму. Это предложение, на него вы можете осуществить все свои задумки, вы можете купить все, что угодно, за 23 375 рублей 56 копеек. Все точно за копейки вы получите, если сегодня вы отгадаете эту букву. Пожалуйста, я жду звонков в студии, не бойтесь. Ага, так, молодцы, молодцы, у нас первый звоночек. Алло, я слушаю вас. Алло, я слушаю вас, говорите, не бойтесь, не стесняйтесь, я слушаю Алло! Вас. Алло, я слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Анатолий. Анатолий, очень приятно, меня зовут Айятя, и сегодня я слушаю вашу версию. Ваша версия? Не стесняйтесь, Анатолий, Толик, говори. Я даже не знаю, я тут посмотрела с мамой. Ну, не важно, посмотрим. Это буква И. И. Нет, мимо, Анатолий, мимо, мимы, мимо. Мимо это не... Какая вы сказали? Нет, и. Это не она. Нет, это не И. Ничего, Анатолий, еще целых 37 букв зовите в нашем, поэтому отгадывайтесь, пытайтесь. И еще раз звонок на студию. Алло, я слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, девушка, вам же есть 18? Да. Отлично, отлично. Я слушаю вашу версию. Сегодня мы разыгрываем вот эту букву. Если вот как бы посмотрите, присмотритесь, сделайте вдох и говорите. Я считаю, что это Леонид Агутин. Леонид Агутин. Ваша версия Леонид Агутин, да? Агутин. Это не Леонид Агутин. Мимо, мимо, мимы. Это не Леонид Агутин. Это буква не Леонид Агутин. Как бы это одна буква, девушка. Я хотела бы уточнить. Не делайте... Время истекает. Вы слышите этот звонок, этот сигнал? Время течет. У вас уже практически нет времени выиграть 32 576 рублей 53 копейки. Подумайте хорошо, сделайте ваш выбор и позвоните по короткому номеру. Этот номер очень прост. 899-947-102-369. И у нас звоночек в студии. Прошу. Алло. Алло, я слушаю вас, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, говорите, не стесняйтесь, передавайте приветы, но лучше я бы услышала, какая буква у нас сегодня разыгрывается. Отгадывайте, я слушаю. Говорите. По моему мнению, это Шурик. Извините, что вы потратили свои деньги, Шурик, но это не Шурик. Это не Шурик, и это мимо. Я прошу вас, если вы не уверены в том, что вы правы, если вы думаете, время, как вы не думаете, истекает. У нас уже было три варианта с вами, это и Леонид Агутин, и Шурик, и это не вариант, ребята, это не вариант. Я жду ваших ответов, я жду ваших вопросов, и я всего этого я жду по одному простому номеру. Даже повторять его не буду, потому что... Алло, звоночек в студии, я слушаю. Алло, звоночек в студии, я слушаю. Алло, звоночек в студии. Алло, вы слышите меня, алло? Алло, я слушаю. Алло, я вас не слышу, алло. А я вас слышу, алло. Алло. Алло, я вас не слышу. Алло. Алло, я вас слышу. Это буква И. Это И. Еще раз повторите. И. И. Еще раз. И. 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 Аплодисменты в студию. Это И. Девушка, я горжусь вами. Вы не такая тупая, как все остальные, те, кто звонил нам сегодня. Итак, назовитесь. Ваше имя? И. И. Отлично. Вас зовут И, то есть. И. Сегодня сакраментально, без пардона, прекрасный эфир выиграла девушка И. Она отгадала букву И. И что, можно только поздравить ее. Завтра в то же время, в тот же час, вы звоните по номеру 899-534-710-2369. Но мы с вами еще не закончили. Я
Прошу только один вопрос. И этот вопрос. Хотели бы вы сыграть супер-игру? Я думаю, это да. Итак, после небольшой паузы мы возвращаемся в студию. Девушка, вы еще на проводе, я слушаю вас. Я могу вас услышать? Подойди. Молодец. Итак, вы не поверите, но сегодня мы разыграем 3 657 333 рубля 59 копеек. Еще ни разу мы не разыгрывали такую сумму. Вам очень повезло, и поэтому я вас прошу, сделайте правильный выбор. Итак, правила игры. За мной висит некое количество букв. Я прошу, присмотритесь каждый из них. Из этих 7 букв составлено слово. И это слово вы должны отгадать. Сегодня в студии мы очень долго думали, как зашифровать это слово, и в результате мы придумали. И поэтому, если вы отгадаете его, вы получите 3 657 562 рубля. Отгадайте его. Отгадайте же его. Звоните. Отгадывайте. Я прошу вас. Итак, я даю вам немного времени. Я даю вам... Вы готовы? 5 секунд. Итак, время пошло. Время вышло. Итак, я даю вам некоторые поблажки, только чтобы вы сделали правильный выбор, потому что от этого зависит судьба вашей новой зубной щетки, которую вы купите на 3 567 057 рублей. Итак, я прислушиваюсь, я открываю ухо, и я слушаю ваш ответ. Ваш ответ, девушка. Рост.